что, зритель, привет, я сейчас буду при тебе наряжать елочку. Я решила ее вот так тут по центру поставить. И у меня вообще познатища, но как-то вот. И удивительно, что кошка, пока я мыла посуду и монтировала обзор съедобного и несъедобного, ничего тут не скинула. У меня вообще пришли маленькие шарики, 6 штук на Озон, я специально заказала в основе для нее, чтобы она могла с елки их снять. И где-то у меня еще есть 2 новых шарика, которые я купила в Ашане. Куда их зафигачила? Вопрос. Вот они. За камерой. Сразу тут надо разрезать, прежде чем повесить. Маленьких шариков в Ашане не было. Там еще какой-то у нас есть магазин внутри Ашана, но я что-то туда... Сколько редко бываю в Ашане, но и туда до сих пор еще не зашла. Что-то посмотрела, у них там вроде как висят какая-то украшение. Но подумала, что если уж в Ашане нет шариков, наверное, и там тоже нету. Но у меня были кое-какие уже покупки, и мне просто было туда заходить. Так, это... Я думала, что у меня тут только пластиковые игрушки, а тут, походу, дело и стекляшки еще есть. У меня, наверное, в кадре есть, не знаю. Видно, не видно. У меня, короче, там сосенка две штучки. Я куда-нибудь привешу. Стоит. Да, с этого ракурса, наверное, не видно. Ну, как ее видно, но не совсем. И еще я сегодня... Нашла, короче. Ну, я вчера еще ее увидела. На самом деле, это уже получается позавчера, потому что у нас 4 утра уже, как говорят, часы на стене. Я думала, что это елочка, оказалась сосенка. И я думала, что это елочка, хотела немножко взять, чтобы чистый такой букетик елочный поставить. Даже думала вместо елки это искусственно сделать. Но оказалось, это сосенка. Кто-то браконьерил, и она вот такая уже вот, немножко ободранная была. И веточки у нее коротенькие, только на букетик. Тут что-то у меня запуталось дофига. Потому все-таки елочку поставлю. Куда это все делать. Тут просто мне где-то еще должна быть свечка, не свечка. Ну, короче, какая-то фигня, которая наверх одевалась. И я думала, что у меня в одной коробке пластиковые игрушки. Но тут внезапно, походу, делается такой пластик. Хотя вот в этой, видимо, только пластик. Единственный шарик, который еще от фишки остался, я 2 года назад кошке своей сказала, говорю, давай, говорю, он будет у нас до следующего года, пусть один шарик будет. И в прошлом году он также, ну вот я подумала, что надо и купить таких шариков, на Озон заказала синенькие, 6 штук, 117 рублей. Даже думала днем сегодня съездить, но пришла с Сосновой, меня просто дико вынесло в сон на несколько часов. Потому что 3 дня подряд у меня как-то со сном проблемы, даже если я рано ложусь спать, потом очень рано просыпаюсь, чуть ли не в 3-4 утра. В общем, организм требовал возместить ему часы сна. А здесь нет прерывочки. А нет, там какая-то есть тоненькая.
Даже ее как-то не разъединить. Я не помню, собирала в прошлом видео елку на камеру или нет. Что-то как-то тут все сурово. Фиг знает. Ну, обойдусь без этого шарика, может, как-то пытаюсь. А, во, не обойдусь. Пытаюсь раскрыть, а он не раскрывается. Ну, вот раскрылся. Ну, кто-то из вас, короче, вот эти бусы дарил мне, ребята. Может, это где-то тут повесить, потому что у меня похожие, правда, тут вроде как с проволочкой были куплены и повешены на кухне. Тут у меня от Деда Мороза остался мешочек с Мэри Крисмас. Мешочек вообще еще мне мама дарила. Ну, в смысле, не там мешочек, там был Дед Морозик. Куда-нибудь его приделаем. Вообще, на самом деле, очень жалко, у нас были Дед Мороз со Снегурочкой Советского Союза, еще на механке. И когда один сосед имитировал пожар, ну, в общем, много у кого чего обчистили. Это, кстати, сарайка. А этот пожар был рядом с нашей сарайкой. То бишь, как бы случайно возгорание, но на самом деле история очень темная. Ладно, не будем о грустном. Но суть в том, что нас тырили из нашей сарайки. Этих Дед Мороза со Снегурочкой Советско-Союзных. Очень жалко, на самом деле. Гирлянду я, наверное, поверх обезьян повешу. Потом сюда я пока положу. О, мы уже залезли в коробочку. Мы что-то там нашли. Надо поискать эту звездочку. Тут у меня сверху, я думала, только в одной коробочке стеклянные игрушки, но тут еще и сверху в этой стеклянной игрушке немножко дождика фиолетового. Так-то вроде кажется и хватит, но я, пожалуй, еще зеленую пущу сюда, эту нитку. И останется мне в этом году только суп Бианова сварить на камеру завтра и уход на январь записать, и все. Ну, как бы догрузить еще вот эти видео, там сесть и выкинуть. У меня на 6 лишним гигабайт вышел. Где же, интересно, вот эта звездочка-то у меня. Я ее убрала. Потом стеклянные игрушки. Надо быть в другой коробочке. Сейчас тогда ее закрою. Я посмотрю в той коробочке. У меня сейчас балкон открыт, чтобы кошка безболезненно туда-сюда шастала. Мой этот пингвин, который мне подруга Маша дарила, на стекло у него мордочка почему-то покраснело, пока лежал. И он уже не очень хорошо клеится. Видимо, это его последний Новый год. И елочка у меня, которую я покупала как-то. Еще Дикси на часовом.
У меня она отвалилась от стекла, упала на бетонную эту. А вот она, на бетонную, ну, на бетонный пол, который вот у балкона, у балконного блока. Вот эти, если звуки там какие-то слышно, то у меня кошка на окно на балконе прыгает. Не кошка, а обезьяна. Да, звездочка доступна тут была. Тут тоже стеклянные еще игрушки остались. Если бы знаешь, что кошка их не уронит, я бы, конечно, их с радостью повесила. Советские красивые стеклянные игрушки. Тут он даже и Дедушка морозит, но кошка может их уронить спокойно. Они разобьются, во-первых, это память, во-вторых, и стекло будет, и кошка поранится, и я могу пораниться. Так что нет смысла. Я думала, что-то может повесить на этот свой букет сосновый. Ну, может быть, пару маленьких шариков повесить или просто дождик. У меня на кухне, я пока его еще не ставила, вторую вазочку. А этот вот здесь. У меня вот такая как открытка, она у меня тогда пару годов подряд на двери была, на входной в коридоре висела. Сейчас я тогда и пучка еще какая-то была, сейчас ее просто вот здесь вот поставила. Это я уберу на балкон, наверное. Ну, тут у меня есть еще немного дождика. Да, вот он на проволочке. Сюда надену. Даже, наверное, не надену, а одену. Это можно вот сюда приделать. А это, наверное, я на кухне хочу этот букетик сосновый поставить, тоже немножко украсить. Тут, правда, два таких совсем. Может, еще какую-нибудь веточку сюда положу. Но у меня сначала стояла вот здесь, где лампа. Не знаю, лампу видно в кадре или нет. Но кошка прыгает сюда, чтобы запрыгнуть на ту полку. Сначала на стол, потом сюда и сюда. И она мне ее уронила. Чтобы никому не мешалось, я поставила здесь эту вазочку. Сейчас, может, ракурс камеры сменю и покажу, как я тут эту гирлянду свою ставлю. Он даже этот не до конца в кадр влезает. Приопустить, наверное, штатив. Или наоборот, надо было поднять его. На, поднять. Вот здесь будет стоять моя елочка. Уж не знаю, насколько долго она простоит. Мы там в пакет лезем. Я переставила штатив. У меня, правда, в кадре еще один штатив сдвинут тогда. И сейчас буду гирлянду на пианино водружать. Нас тоже шарахаемся по пакету.
Я говорила, что если бы мне не сказали, что Новый год, я бы про него не вспомнила, это не потому, что у меня, допустим, новогоднее настроение нет или еще что-то. Но мне просто на него пофиг, но раз уж он внезапно все-таки будет, то почему бы и не следовать традиции. Хоть я и не особо традиции, но некоторые можно и немножко подвести. Сейчас заодно проверим, работает ли она. Ты гирлянда. Ну, работает. Опять у меня елочка отвалилась. Надо какие-то другие украшения придумать. Может, продают где-нибудь. Вот эта елочка. Она второй раз уже от окна отваливается от стекла. Но сейчас на ней уже какая-то мелочевка. Ну и она практически не клейкая. У нее поверхность получилась. Вот. К сожалению, елочка отвалилась. Ну да ладно. Ничто не вечно под луной. Вряд ли я его буду зажигать. У меня к тому же топлива этого биологического очень мало. Там я обещала как-то СМР с ним. Ну как-нибудь сделаю. Просто думаю, что может его тут как-то украсить этим дождиком. Я сейчас, наверное, из кадра вышла. Где у меня планшетка? Да, я вышла из кадра. Ну, короче, в общем, дождик у меня тут. Я хотела им камин украсить, но не знаю как. Может, куда-то в другое место повешу. На кухне, опять же, на ту елочку. Ну что, зритель, если у тебя все еще нет настроения новогоднего, то я шлю тебе лучей новогоднего настроения. Как бы жизнь твоя не была тяжела, все-таки надо иногда пытаться, ну вообще всегда пытаться найти повод для радости. Во всем есть что-то хорошее. Вот там у меня баррикада, это вот то, что у меня будет завтра в обзоре моего ухода на январь. Там он в коридоре видится немножко мусора, потому что я убиралась, я еще сегодня, и вот, да, полотенце на двери, может кто-то поболит, это вот те, кто заверяют всех, что они очень счастливы, но всегда найдут, за что зацепиться у других людей. Корзиночка из-под чая, где я надеялась, что будет спать кошка, но, по-моему, она от силы один раз только залезала по назначению. Ну и что тебе, зритель? Сейчас я выйду с планшетом в кадр. К елочке. Присяду вот так. Прям подарок под елочку в виде меня. С наступающим тебя, зритель. И пока. Ах да, по скриптум, если хочешь поддержать мой канал, сделай мне новогодний подарок. Где-то будет облачко типа поддержи Лёльку. Теперь точно пока!